Доброго времени суток, Рав Лев. И также хочу поприветствовать всех, кто слышит это аудиообращение. На данный момент я, к сожалению, не могу присутствовать на уроке, но по просьбе Рава Лева я записываю это обращение вам всем. Немножко стесняюсь, поэтому прошу, не судите меня строго, я буду запинаться. История о том, как я уволился с некошерной работы и что, в принципе, меня сподвигло к этому. Для начала вкратце хотел бы рассказать, что до того, как я начал возвращаться к вере и делать чуву, я работал в ночном клубе. Неважно, кем я там работал, но в сферу моей деятельности входило то, что я должен ходить по всему ночному клубу и, разумеется, видеть женщин и мужчин, которые, мягко говоря, одеваются не очень скромно. И, естественно, они ведут себя тоже не очень скромно. Начали зарождаться мысли, что, возможно, это место не для меня, и как я вообще буду смотреть в глаза Всевышнему Идбарах после того, как попаду после 120 на небо и на небесный суд. В итоге я решил уволиться с этой работы, и это было параллельно моей службе в армии обороны Израиля. И в итоге пришла мысль, что, возможно, стоит мне устроиться на охрану. И, в принципе, вся история, она идет об этой охране, потому что ночной клуб, я ушел из него по понятным причинам. Всевышний дал мне силы, дал мне уверенность, Барух Хашем. И так и произошло, что я ушел оттуда. История больше относится к моей работе в охране. Проработал я там примерно 2-3 месяца. Я искал кошерную работу и встретил охранника, знакомого с той же самой работы в ночном клубе. Спросил его, возможно, ищут работников, компания, возможно, ищет новых охранников. Мне сказали утвердительно, дали номер, как связаться с человеком, который заведует этим всем. И Барух Хашем, я с ним связался, мы поговорили буквально 10-15 минут, возможно, даже меньше. И он сказал мне, да, конечно, мы берем тебя, скоро начнешь курс делать и будешь пока что работать в форуме. Форум, для тех, кто не знает, кто не живет в Израиле, это самый большой ночной клуб во всем Израиле. Он даже самый популярный. Здесь должна была загореться у меня красная лампочка, как говорится, у верующего человека. Но Ецер Ара не дал этому произойти. Он наложил на меня, так скажем, духовную дремоту, и я подумал, что, возможно, я смогу выкрутиться, не буду работать в этом форуме, а буду работать охранником в банке или в каких-нибудь других местах, где мне не надо будет по большей части смотреть на женщин, поскольку я мужчина, я стараюсь делать шмират эйнайм. И, в общем, так я согласился на работу, но в итоге начал работать в форуме все больше и больше, в конце каждой недели, но, разумеется, я не работал в шаббат, Барух Хашем. Люди, которые там ответственны за все это, я их заранее предупредил, сказал, я человек веры, я не хочу работать в шаббат. Тем самым я сделал, в принципе, хилю ляшем. Почему хилю ляшем, по моему мнению, возможно, я ошибаюсь, возможно, нет. Тем, что я, в принципе, согласился работать в таком духовно нечистом месте. Почему я согласился? Это очень важно, и это покажет, насколько Ецер Ара, злое начало в каждом из нас, может ставить нам красивые иллюзии и может раздувать наше эго и, в принципе, делать и выдавать вещи нечистые за чистые, за святые. Я решил там работать, поскольку я подумал, что, может быть, у меня получится поймать какого-нибудь мальчика или девочку и показать ему, как хорошо быть верующим, какой свет есть в Торе, что Всевышний Барах – это самое лучшее, что только могло бы у нас произойти в нашей жизни, в жизни каждого из нас, в жизни каждого еврея или нееврея, что Тора – это и есть правда жизни, что Тора – это та инструкция, которую сам Всевышний Барах передал ее своему народу, народу Израиля, для того, чтобы народ Израиля нес эту правду и нес этот свет в мир. И, разумеется, 7 заповедей Ноаха для всех остальных народов мира. Но не будем сильно в это углубляться. Дело в том, что в это я поверил. И это, в принципе, были доводы моего Ецер Ара, и я не смог их, так сказать, отделить от своих мыслей. Он выдал его мысли за мои мысли,
Я повелся на это. И вот где-то месяца три я там работаю. И примерно на середине второго месяца я начал задумываться, а вообще правильно ли я поступил и правильно ли я думаю. Дело в том, что мало того, что я работал в ночном клубе, так меня еще поставили охранять вход в женскую уборную, в женский туалет. Естественно, все мы понимаем, что все девушки во всем этом ночном клубе проходят через меня. Разумеется, я старался не смотреть на них настолько, насколько это возможно, поскольку я должен был еще и охранять место от мальчиков, которые, так скажем, в состоянии нестояния и пытаются пробиться в женский туалет, сами понимаем почему. Мне приходилось смотреть на этих женщин, чтобы понять и определить, кто в принципе мужчина, кто в принципе женщина. И вот на одной из смен ко мне пришло понимание от Всевышнего Идбарах, что я делаю очень большой грех, и что все мое старание вести себя скромно, учить Тору, делать шмират инаим. Шмират инаим — это следить за своими глазами. Они впустую, они уходят в никуда. И вся святость, которая приходит, все благословения, которые приходят от Всевышнего Идбарах за эти действия, они, в принципе, уходят к клипот. Клипот – это скорлупа, нечистая скорлупа. И к нечистым силам. Разумеется, Всевышний параллельно давал мне много уроков через раввинов, через YouTube. Уроки, которые я видел на YouTube, что, ребята, уходите с нечистых работ, не переживайте. Всевышний всегда поможет. Если вы это делаете во имя Него, у вас все будет хорошо. И я могу это доказать на своем примере. Спустя 2,5 месяца, возможно, 3, спустя нескольких моментов, так сказать, внутренней борьбы сам с собой, где я буду зарабатывать, а на что я буду жить, чем мне помогать своей маме, своим сестрам. Получилось так, что мой отец не живет с нами, он жив, здоров, слава Богу, но он не в семье. В семье у меня 2 младшие сестры и моя мама. Я, как вы поняли, старший сын Бехор. И, разумеется, многие вещи для меня, как для первенца, очень важны, и очень многие вещи падают на меня, как на мужчину, в принципе, в семье, потому что помимо меня мужчины в семье больше нет. Я очень переживал за эти моменты. Где мне получить деньги? На что мне покупать, допустим, сигареты, еду, одежду, как платить за счета, все это упадет на мою маму, что мне нужно делать. Но в итоге, посмотрев несколько видео, в частности, видео Рава Реувена Шлита и уроки Рава Лева Шлита, я принял решение, Барух Ашем, что я ухожу с этой нечистой работы, и будь что будет, я полностью надеюсь на Всевышнего, и я не хочу надеяться ни на какого человека, ведь если вы будете надеяться на какого-нибудь человека, то Всевышний отдаст вас в его руки. И дальше ой-во-вой, хас вихалиля, может произойти всякое. Ведь люди в наше время, на них очень тяжело надеяться, скажем так. Я понадеялся на Бога, и перед тем, как позвонить, точнее отправить сообщение моему работодателю, я сказал следующую вещь. Всевышний, я делаю это только во имя Тебя. Я делаю это во имя небес. Ты сам знаешь, я очень боюсь это делать, я переживаю, но для меня очень важно твое учение, для меня важны твои пути, народ Израиля. И если этим действием я могу хотя бы чуть-чуть убрать приговоры или ослабить приговоры, которые ты, по милости твоей, решил спустить на народ Израиля и на весь мир, я сделаю это. Я люблю тебя, Бог, и нет никого, кроме Бога одного. Отправил сообщение работодателю, и, так скажем, я работал в этой компании по-черному. И, разумеется, также были переживания, а заплатят ли мне за последний месяц моей работы в этой компании. Ведь я работал по-черному, и, в принципе, они мне ничего не обязаны. Но я сказал, будь что будет. Всевышний захочет, мне заплатят, Всевышний не захочет, мне не заплатят. Ведь все, в конце концов, к лучшему. Ведь мы не видим всю картину. А с небес, так скажем, видно все гораздо лучше, чем с земли. И вот уже второй месяц, как я не работаю. Почему? Потому что я пытаюсь найти кошерную работу, где не нужно обманывать, и где, в принципе, я смогу делать шмират инаим,
смогу соблюдать Тору и там, где у меня будет место и время молиться. И Барух Ашем, не было ни секунды, где бы я чувствовал нехватку денег, нехватку помощи. Всевышний все это время помогает мне. Всевышний все это время из разных мест, непонятно откуда ко мне приходят деньги. Где-то компания с моей прошлой работы отправили сообщение: послушай, мы тебе не доплатили. Мы сделали пересчеты и досчеты, и оказалось, что мы не доплатили тебе 200 шекелей. И вот у меня 200 шекелей на счету. Другая компания, где я работал по продаже картисе Ашрай, карточки кредитные, тоже, оказывается, не доплатила мне какую-то сумму. И также в этой компании платили бонусы и платят, наверное, бонусы за то, что ты смог продать карточку кредитную. И вот в течение уже 2 месяцев мне приходят бонусы за то, что я, оказывается, смог продать карточки. И это там по 50 шекелей, по 100 шекелей. И Барух Ашем, есть деньги, есть сигареты, как говорится, слава Богу. И, ребята, дорогие евреи, дорогие неевреи, неважно, кто вы, неважно, откуда вы, неважно, где вы, неважно, в каком вы состоянии, помните, Всевышний видит все, Всевышний слышит все, и Он записывает каждое действие. Если вы сомневаетесь, то это время прекратить все сомнения. В эту секунду перестаньте сомневаться. Просто скажите Всевышнему: «Боже, это все во имя Тебя, я делаю это для Тебя, я люблю Тебя, и я знаю, что Ты отплатишь мне». И даже если нет, все это Ты делаешь по милости Твоей и во благо мне. Я больше чем уверен, что вы увидите огромное благословение в ваших действиях. Все будет хорошо. Безрат Ашем, Всевышний поможет вам всем. Всевышний даст вам хороший заработок на правильной работе, на кошерной работе. И, в принципе, так и заканчивается моя история, как я ушел с некошерной работы. Всем всех благ, всех благословений. Люблю всех. Therefore, that person that trusts in Hashem, he sees even the pain as good. And surely he sees the blessing as good, and he knows that it comes from Hashem. And therefore, a person should be glad, be glad in Hashem, and rejoice, O righteous. Cry out in joy, all upright of heart. Not only should you be upright and serve Hashem, not only should you be joyful and serve Hashem with joy, but publicize all the miracles that you have happening in your life. Get other righteous people to know about the miracles that you're experiencing. Get other people to see the hand of Hashem through your life. Doesn't always necessarily need to be on a video. It can be a personal story to your friend. Instead of sharing some Lashon Hara about something, tell people about some miracle that happened to you today. That the washer machine that didn't work is now working. That the check that bounced, it actually didn't bounce. It was a mistake by the bank. That the rent was paid. That the kids got a good grade in school. And so on and so forth. All those miracles that are happening to you, share with other people. Especially other righteous people. That will be part of your servitude of Hashem with joy. Because you're enjoying HaKadosh Baruch Hu so much, you want to share Him. You want other people to see Him.